Театрализованное представление прошло в Колледже культуры и искусств Биробиджана. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню театра и стало стартом масштабного проекта, посвященного 75-летию колледжа. На театрализованное представление пригласили ветеранов, посвятивших многие годы работе на сцене и в учебных аудиториях. Старших коллег поблагодарили за труд и вклад в развитие культурной сферы области. Культура, я считаю, это основа, вот мало обращает к культуре по остаточному как бы принципу, а ведь культурный человек не пойдет ни убивать, ни грабить, ни обманывать. Все зависит от культуры. Я считаю, культура должна быть на первом месте в стране. Подготовленный к празднику спектакль с интригующим названием «Человек. Животное довольно странное» основан на сатирических рассказах Михаила Зощенко. Весь сюжет пропитан юмором. Актеры колледжа продемонстрировали ироничный взгляд на некоторые социальные проблемы общества и на сущность человека, не всегда идеальную. Это однозначно, это юмористическое, потому что произведение взято Зощенко, а Зощенко – это известный великий сатирик наш, да, а призвание сатиры все-таки через смех вызвать социальную боль. И вот это у нас такая вот глубокая сверхзадача, но замаскированная под юмор. В честь юбилея колледжа планируется провести еще множество мероприятий. Старт, по общему мнению, удался. Зал не смолкал от бурных оваций. Юлия Долгополова, Богдан Патрин, Новости 21.